Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин посетил с рабочим визитом Нижегородскую область. Вместе с губернатором Глебом Никитиным он посетил мусорный полигон Игумнова, шлам-накопитель «Белое море» и свалку промышленных отходов «Черная дыра». Там сейчас активно ведется работа по подготовке к рекультивации. Как сообщалось ранее, на ликвидацию этих трех объектов правительство страны должно выделить области более 3 миллиардов рублей из резервного фонда. Также федеральный министр вместе с главой региона оценили работу мусоросортировочного комплекса на полигоне МАК-1 под Дзержинском. Он был введен в эксплуатацию в мае этого года. Сейчас удалось выйти на полную производственную мощность по сортировке отходов. После посещения комплекса состоялось рабочее совещание с участием всех заинтересованных сторон, где обсудили дальнейшие шаги по ликвидации объектов экологического ущерба в регионе. Тема крайне важная, как для природы России, как и для субъекта ликвидации. Речь идет об экологической безопасности для населения, в целом об улучшении состояния окружающей среды региона. Ответственность колоссальная. Хотел отдельно выразить благодарность вашим коллегам, вам лично за то взаимодействие, которое было организовано с регионом. Практически по всем федеральным проектам мы получили поддержку, получили отклик. Являемся с точки зрения реализации мероприятий регионов-лидеров.